Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас первое число. Делаю с утра, как обычно вам. И как обычно, а делаю обзорчик. Возможно, сегодня что-то будет интересное в честь нового месяца. И на русском сервере открыли найм за 1500. Давайте пробежимся сразу же отсюда, посмотрим. Так, супер набор. Набор такой, вот отлично, ребят, не пропустите эту халяву. А, далее здесь канун годовщины, вот так вот назвали ее, за один сам, однозначно надо забирать. А, на всех серверах, походу, это будет ежедневный бонус и временные акции. Смотрим, что здесь. А, неплохая чара, вот это неплохой пак. Ну, чисто ради чарки можно брать. Так, верхний тоже, в принципе, ради прокачки. Тут еще интересного есть. Ронин внизу. Ну, в общем, такие вот дела. Поэтому не пропустите 5 сундучков. Давайте сразу их сейчас откроем. Или потом откроем. Будет интересней. Так, что еще есть? Самоцветные бонусы. О, отлично. Добавили еще эту акцию. Сейчас я гляну, что тут у нас изменилось. Огника дают за 180, камешки новые тыкнули. Бога грома нет. А, так, самоцветные бонусы, поехали посмотрим. Что они здесь нам сделали? Так, понятно, новая акция, которая на английском сервере была, запустили ее на русском. При покупке за 3000 вам дают шанс дополнительно подкрутить себе самика. Ну, в принципе, неплохо тоже. Учитывая то, что сейчас есть, это очень неплохая акция для дней, когда есть рынок, когда вы покупаете рынок. Так, что у нас за третий день сегодня? Камень судьбы. Вот так вот. И, в принципе, все. На русском сервере все закончилось. Ну и на этом спасибо, сундучки. В принципе, тоже неплохая тема. А, так, окей. С этим аккаунтом разобрались. Поехали на Тайвань глянем. И потом на английский, конечно же. Изменилось ли что-то у нас на Тайване? Очередной обзорчик по бездонатной рубрике получится у нас. Так, смотрим. Тут ничего не поменялось, все то же самое. Так, это надо забрать. Друг другоника. Доролимся. А, так, ну вот, смотрите, цена на огника. Вообще просто, просто за копейки, я вам скажу. А, добавили опять же этот пак, который на английском был, довольно-таки неплохо. Хороший пак. Так, дальше что есть интересного? Рейка. Понятно. По акциям что-то поменяли. Русталька. Ну, такое. В принципе, плюхи довольно-таки неплохие в хрустальном. Особенно 320 сундуков. Это нечто. Так, ну тут у нас все донатные. Понятно. Тут понятно, поехали. На самый жир, на самый сок. Это Тайвань. Ой, я говорю Тайвань. Для бездоната Тайвань, как по мне, даже лучше, чем немка. Не знаю почему. Я думаю, со временем вы это увидите тоже. Так, это наш аккаунт. А, не буду вам его показывать. Увидите его. Увидите его скоро. После этого видосика его увидите обязательно. Если пролайкаете. Это мега, мега аккаунт. Случайно вам админский аккаунт чуть не показал, на котором все подкручивается. Это ужасно. Надо не забыть вырезать. Так. Поехали. Английский сервер. Что он нам приготовил сегодня?
Так, то же самое халява. То есть на годовщину дали такую нам всем халяву. Здесь тоже дали. Так, что интересного есть? Так, это нам надо будет забрать, докачать. Хранилище. Так, что тут у нас? Золотом. Что-то они все шестерки ударились. 5000 камней! Да вы что, бахнулись? Обалдеть. Вот это обалдеть, ребятушки. 5000 камней, 5 этих. Супер. 500. Все так дешевеет стремительно. Фрейка со скином. Свален 56. Шестерки 3061. Короче, они на троечке помешаны все. 3061, 6061, 3061, 16. Вот по 20 посмотрите, сколько сундуков. Космо, Лазуля. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Коллекционер. За бочку дают. Я скажу, тоже неплохо. Посмотрите сразу же. Вот это кайф. Свалим. Лазулю. Возможность чарок. Ну, блин, классный коллекционер. Что у нас с дискаунтом интересного? Так, сундучки, книги. Утекание дают вот так вот, судя по всему, но за самики. И можно получить конвикшн, чарку. Ну, давайте сейчас сделаем. Экспериментус, экспилярмус. Двадцатка, нифига себе. Ху-ху! Ребятушки, ну как я вам? Вот так вот. Чик. Нормальная скидочка, да? Минус 90%. Обалдеть. Это жестко. Ну, забираем однозначно. Скин на ПБшку для бездонатов. 5 сундучков тоже заберем за 800. Вот это удача. Да, вот оно. За самики минус 50. Блин, да круто. Смотрите, восьмой баст, восьмая утекаха. Супер, как по мне. Ну, конечно, надо найти эти монетки, но кому-то по-любому может повезти. Он может просто сразу же получить это и нажать. Браво, английский сервер, как обычно. Как обычно. Топчик. Так. Смотрим еще, что у нас есть. Accumulation Bonanza. Понятно все. Blossoming, Plan for Prizes. 100% на первый. Devolution Gifts. Ну что в гифтах на сегодня дают? Ничего интересного. Ну, в общем, блин. Что сказать? Я случайно был забрал. Вау, такие вот герои выпадают. Это просто жесть. Так хотели сказать. Но это за донат опять же. Я случайно забрал. Случайно, ну бывает же, ну. Так, окей, поехали еще на немецкий сервер глянем. В английском мы потом разберемся. Тун-тун-тун. Шнеля. Просят название. Ууу, ничего себе. Ууу, 1К кулаков, что ли? Нифига себе. Красавчики, это тоже мне нравится. Вот вам без донат на немке. Так, что тут у нас? Блин, ну, конечно, паки такие хорошие, мощные. Моща. Моща просто. Это за вход, по-моему. Карма Стейнс 3. Вот так вот. Карма Стейнс. Ну что, нормально. Места нет. Места нет, ну на этом спасибо, что дали.
В общем, что могу сказать, ребята? Вот такие вот плюшечки у нас на аккаунтах. Ждите видосиков. Ставьте лайки. Всем удачи. И не забывайте забирать это все. Всем пока.